Привет всем. Сегодня мы хотели прогуляться до пещеры Монаха, которая находится в Хвалынске. На туристической базе Черемшана 1. Вот она. Тропинка. Пещера Монаха. Года 4 или 5. Лет 5 назад, по-моему, я ходил. Прогуливался до этой пещеры. Было все бесплатно. Сейчас оказалось платно, и у них выходные, понедельник, вторник. То есть мы не угадали с днем, приехали, и получился такой облом. Пугают штрафами от 3 до 5 тысяч, если без билета зайти на эту тропинку и пройти до пещеры Монах. Ну, непонятно. Это народная тропа. Почему берут деньги за это? Ну, пишут, согласно закону, такому-то охраняется государством. Поэтому пойдем покажу. Закон 33. Все платное. На самом деле так или не на самом деле, непонятно. Парк-отель Хвалынский. Вход 150 рублей до 8 часов человека. Детям никаких скидок нету, если больше 1,20 м, то тоже 150 рублей платят. В общем, нас четверо, мы отвалили 600 рублей просто побродить по этому парк-отелю Хвалынский. Посмотрим, что здесь интересного. Ну, парк-отель Хвалынский, начинаем, как бы смотрим, входим, ну, впечатляет своими фонтанами, родниками здесь. Фонтан вон там, зелени много. Сейчас ищем пляж. Я подписан на инстаграм этого парка, и всегда впечатляли мне фотографии. Очень красивая природа здесь, сам пляж, ну, у них постоянно какие-то здесь праздники, мероприятия. Ну, красота. Посмотрим. Давай. Пляж в парке отель Хвалынский. Где такая красота есть? На Волге. На Волге? Купаешься на Волге? Разве есть там такая красота? Ну, мне же не объяснили, что здесь есть вообще. Сказали, дай денег и все. Там пляж есть какой-то. Сосунки какие. Расширяется. Ну правильно, капусту заход 50 рублей. Смотрю, капуску просто. Представляешь, сколько за домики тогда берут, да? Ну, знаю. Будем ходить. Сколько стоит сутки домик. Песок горячий какой. Ходим, ноги греем, это же тоже нечетно.
Искупались с пляжа. Впечатление классное. Вода прохладная. Она родниковая, бьет ключи из-под земли, когда плаваешь, чувствуешь это. Ну, ощущение супер. Лес, озеро. Ну, классная база. Мне очень нравится, да? Да. И всем нам очень понравилось. Мы еще не ходили в лес, там есть какая-то экологическая тропа. Сейчас покупаемся, пойдем дальше смотреть прелести этой базы. Вон хлеб вам уже мало. Для отдыхающих построены такие коттеджи здесь, в парке отель Фалынский. К коттеджам пристроены такие дворики с мангалом, с шашлычницей. Здесь можно вечером отдохнуть, пожарить шашлыки отдыхающим. Парк отель Хвалынский богат ледниками, родниками, ледниками. Здесь на всей территории несколько родников. Мы сейчас находимся около целебного родника, судя по этому указателю. Что здесь? Птицы на территории Хвалынского района. А где родник? Что, здесь ничего не текет? Обманули нас. Нету родника. Ой, это что, речка? Вот какой густой лес за территорию парка Хвалынский, да? Там ничего не текет. Ну так вот. Оказывается, обознался я, да? Вот он, родник. Он бьет из-под камней, а не из-под трубы. На, я вот попробую. Вода холодная, вкусная. Может, настоящий родник. Все, включай. Отдыхать надоело, орешь, да? Ты на ютубе? Ты. Популярная кошка.
Котенок, видите? Такая маленькая, свистит как дома. Вот она, вот прям на ветке, на лысой. Рыженькая. Ой, что вы такое маленькое? Одна на весь лес. Свистит. Котенка вот из пиццовой шапки. Стала шабун. Такие островки зелени здесь, в этом парке Полынске. С птичками, которые орут на весь лес. Аттракционы акварель понедельник не работает. А мы приехали как раз в понедельник. Потом кое-что подобьем. Мамашек с ребятишками еще. И приедем. Да? Ну да. Наверное. Да? Ну да, да. Еще денежка будет. Нашли мы экологическую тропу, тропа здоровья. Вот она здесь начинается. Протяженность 23 километра. Ну, вроде как понедельник, и опять она закрыта. Ну, чуть пройдемся. И вот так по кругу. 3 километра. Не, она вот туда идет. Смотри, муравейник какой. Да. Да, здесь куча муравьев. Угу, это муравейник такой. И сколько они его строили? Не знаю, сколько они строили. И даже ограждено. Да, чтобы не ломали. Это она вот так туда идет. Ну, он туда, в лес куда-то. Ну, что, 3 километра больше? Ну, чуть-чуть пройдемся обратно. Почему не выйдем? Там же этот лестничный парк, там же выйдем. Надо будет полностью круг тогда сделать. Вы там сильно устали. Ну вот, а это, мы нам сегодня мы приехали, да, туда закрыто. Ну, показывай отсюда. В этой канатной дороге самая, по-моему, длинная спуск. Начинается он оттуда, если видно. Заканчивается вот здесь. Ой,
такие подъемы, спуски здесь. Нагуляться можно вдоволь, наплаваться, нагуляться. Парк, парк Волынск расстраивается еще, вот добрили достройки какой-то, какого-то дворца. Я даже не знаю, что здесь будет. Ресторан, наверное, какой-то. Ты как думаешь, на что это похоже? Ну, гостиница. Наверное, ресторан, да. А это может быть церковь? Это больница, да, там будут эти стражники сидеть, отстреливаться. От тех, кто 150 рублей не заплатил. Тихо ты, Юля, не надвернись. Пошли. История парка, она, видимо, начинается с прошлого века, с начала прошлого века. Вот здесь здание построено в 1926 году. Непонятно, что это за здание. Видимо, что-то связано с техобслуживанием парка. Все, снимаем. Ну, вот такая экскурсия по парку отель Полынский. Это Черемшана 2. Находится за городом Полынский. Если ехать со стороны Балакова, со стороны Сызрани, то не доезжая, не въезжая в город Полынский, будет поворот на Черемшана 2. В общем, будьте рядом, приезжайте, отдыхайте. Всем пока.